Тера, ты не поняла. Именно потребные. Тера, это моя подруга, когда муж долго это, ей приходилось там бегать по каким-то кафешкам, там под столом подлизывать, что там она какие-то вещи придумала. А когда муж уезжал убивать чеченцев, так сразу основалась квартира, и можно было этим заниматься дома. Наверное, у вашей сестра как бы имеет Петю, я так понимаю. Да? Поэтому мужа она... Моя сестра совершенно нормально себя ощущает. Я знаю. И машина, но мужья и не квартира, и кушать, и... Послушайте, почему он ушел убивать украинцев, если это не деньги? Не потому, что у нее муж на СВО, а просто у нее это есть. Она самодостаточная женщина. А куда деньги полились, если они лишние? И плюс муж пошел, потому что пошел. Потому что, подождите, Марина, ваша сестра... Его никто туда не гнал, не звал. Ваша сестра отдает... Никакими деньгами его туда не заманивали. Марина, ваша сестра отдает деньги на церковь, если они лишние? Вот и те, которые... Зарплату. Зарплату куда она девает? Виктория, а у вас есть лишние деньги? Марина постоянно что-то какое-то... Я говорю пюре, она говорит, я не знаю, бегемот. Нет, Виктория, я задала вопрос. Вы не создаете Виктория, вопросы, я задаю вопрос. Вам... Марина, послушайте, вы говорите, что ваша сестра... Маленький ребенок, какие церкви? Послушайте. Конечно же, она в церковь ходит, но, понимаете, как бы вот вы к чему ведете вопрос? Вы сказали, что он пошел не за денег. Значит, ее не волнуют эти деньги, которые он получает. Он получал больше тогда или сейчас? Да, он больше получал. И кем он работал до СВО? Он работал в сети, господи, как-то программисты, как это называется. И сколько ему лет? Ну, не знаю, IT. Я не знаю, сколько. Я не задавала ему никогда вопросов. Это моя сестра, я никогда не спрашивала. Вы не знаете, сколько лет мужу вашей сестры? Это родная сестра или двоюродная? Моя родная сестра. Ну, конечно, вы знаете, сколько лет... Я никогда не спрашиваю, кто сколько получает. Это некорректно. Нет, я говорю, сколько ему лет? Сколько ему лет, я говорю. Я не спросил, сколько ему лет? Ему 41. 41. А 41 год, айтишник, Санкт-Петербург. Да. Санкт-Петербург. Да. В каком году он ушел на СВО? В начале СВО он ушел в октябре месяце. Понятно. Ну, допустим, ну, грубо говоря, айтишник получает 100 тысяч, например. То сейчас, наверное, он получает 200 тысяч. Значит, два раза больше денег он стал получать. И вы говорите, что это не деньги? В смысле, это не деньги? А откуда вы знаете, сколько он получает? Я думаю, СВОшные деньги... больше, чем его айтишник. Он бы не пошел на меньшее, понимаете? Он пошел на больше. А он за идею пошел. Понимаете? Какая могла быть идея, если он пошел примерно на Донбасс? Ну, смешно. Не знаю, вот у него была какая-то идея, и он пошел. Хорошо, а сестра ваша? Знаете, шея, голова... Сестра у меня вообще в шоколаде. Только сегодня от нее приехала. Вот честно говорю, вот только сегодня от нее приехала. Все в шоколаде. Ну, понятно, что деньги идут. А в шоколаде... А если будет мешок вместо мужа? Шоколад закончится или как? А мешок-то у тебя будет, а у нас... У меня не будет мешок, потому что мой муж не убивает украинцев. Ну, я не знаю, почему вы мне желаете мешка, а я вам я желаю не желаю. В ответ. Вот я сказал, что... Нет, вы сказали, что в шоколаде. Так если она получит мешок... Давайте поиграем в игру слов, да? Угу. Что она будет говорить? Так она была дура? Я вам не желала... Вот я за все вот это время вам ничего такого не пожелала. Я просто общаюсь. Мне просто было интересно. Я какие-то вопросы задавала. Вы мне отвечали. Я вам отвечала. Я вам спросила. Вот такое, ваша вот, сестра... Я не приемлю. Мешки. Смотри, какие-то. Вот давайте представим... Вы взрослая женщина. Простите, вам уже за 40. Далеко. Марина, давайте... Вы почему такая агрессивная-то? Марина, я не агрессирую, ну, боже мой, упаси. Марина, смотрите, давайте представим, что вы – это сестра.
А я – это я. Потому что я, как бы, мне удобнее быть самой собой, да? А вы свою сестру хорошо знаете, правильно? Поэтому вы за нее можете ответить. Вот смотрите, у вас есть семья, да? У вас есть муж-айтишник с нормальной головой, который никогда не видел разорванных тел, не участвовал в никаких военных действиях. В принципе, любить Путина и быть за СВО можно и за компьютером. Сидишь дома, разрабатываешь какие-то компьютерные там свои программы, получаешь свои хорошие деньги, живешь в Питере, ночью ласкаешь эту жену, то есть вас конкретно, да, вот вы же сестра сейчас, вот, и у сестры нет желания пойти найти Петю, потому что муж хороший, добрый, цветы приносит, белье красивое приносит, детям подарки дарит, и все хорошо. Что-то тут не так. Вот лично я желаю всем женщинам, у которых хорошие мужья, не дай бог потерять своего мужа на СВО. А как можно не потерять своего мужа на СВО? Это только тем, что не пустить их туда. Потому что после СВО либо это мешок, ну, как многие погибают, либо это кусок от мужа остается в Украине. Знаете, одна нога там, другая здесь. Получается, одна нога в Украине, другая здесь. Зачем ей здесь одноногий муж? Просто поставьте себя на место любой женщины, которая получила вместо целого вот буратино, понимаете, разобранного по куски. А если вы даже и целого, но уже ёбнутого, сколько угодно СВОшников приезжает, и с ними невозможно жить. Это уже не Путин виноват. И Путин не защитит, если он зарежет ее ребенка. Очень много СВОшников убивает близких. Они начинают с близких. Они не жалеют ни бывших жен, ни детей от своих же собственных детей. Вот недавно сделал два ролика. Мальчику 6 лет, девочке 11 месяцев. Он убил мать. Я не знаю, что будет с детьми. Пока что они, наверное, переданы в опеку или что. Он сказал, что он подожжет дом. Они просто сходят с ума. По какой-то причине женщины не хотят с ними больше жить. Может быть, они становятся ревнивыми. Может, они по ночам, не знаю, там, им кажется, что-то взрывается. Но жить невозможно. Она идет к другому айтишнику. Там же у этих айтишников есть друзья. Понимаете, среда айтишников хорошая. Там много нормальных ребят, которые не ушли на СВО. Она пошла и спокойно с Петей будет жить дальше. Зачем ей ёбнутый муж со СВО? Поэтому я говорю, что вот если бы я могла с ней поговорить, я могла бы ей сказать, забери своего мужа и живи с ним, пока он цел. Не пускай его больше. Вы закончили? Ну, я думаю, что я даю хорошую... Я не агрессивно сказала, я спокойно. Я объяснила свою позицию. Я бы хотела, чтобы ваша сестра оставила своего мужа дома. Нет. Тем более вы сказали, вы не поддерживаете... Такая ситуация прямо аховая. Почему вы все это так расписываете? Тем более вы сказали, вы не поддерживаете СВО, правильно? Я не поддерживаю, вы не поддерживаете, у вас хорошее... Вы не поддерживаете СВО, вы хотите, чтобы ваша семья, ваша сестра была счастлива. Что я не так говорю? Пусть она заберет мужа и не пускает его больше. Он может не возвращаться, ну, контракт, не контракт, он может просто не вернуться обратно. Он не контракт. Тем более. Он не контракт. Он пошел туда добровольно. Вот. На муж его больше какие не... Какие проблемы? Не вернуть. Ну, он пришел в отпуск. В Украине тоже. Люди пошли это, добровольно. Украина, правильно? Это не то место, где ну, можно пойти или вот не пойти. Украина же могут... Украина же себя защищает. А он не защищает себя в Украине. Правда? В Украине нет двух родин. Там нету двух родин, где можно две родины защищать. Я еще раз говорю, вы можете предложить сестре, чтобы она его не выпускала? Вот он приехал, все, он может обратно вернуться на работу? Он там, все. Ну, как все? Он же возвращался, у него был же отпуск. Это его личное желание. Я знаю, она может сказать, я уйду от тебя к другому айтишнику, есть другие мужчины. Который будет нет, меня... она так не скажет, потому что она его любит. Хорошо, вы же сказали, и что вы... Любая женщина, когда любит мужчину, она идет за... Она любит в мужчине еще его поступки. А, поступки. Угу. Хорошо. СВО это дальше. Плохо. Это плохой поступок. Ну что? Если муж оступился... Ну, хорошо, СВО это плохо. Это вообще все плохо.
Давайте не будем вообще углубляться. Даже я не то, что не буду начинать, углубляться, я ради этого начинаю и свои эфиры, чтобы углубляться. Потому что я уже это все Смотрите. Прошла, вот это вот. Вот и до. У вас уже кто-то вот погиб вот там? У вас уже кто-то погиб? Ваш муж там погиб, что ли?